Мэр Красноярска идет на выборы. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов официально заявил о готовности возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в горсовет. Они пройдут 8 сентября, но это, конечно, не означает, что главный чиновник города покинет свое кресло. Акбулатов, как это и происходит во всех городах и регионах России, с партией власти, впрочем, и не только с ней, откажется от своего мандата в пользу стоящего ниже по списку. С одной стороны, для Акбулатова это определенный политический риск, учитывая, что, во-первых, вокруг единороссов сейчас много скандалов. Во-вторых, надо показать хороший результат, чтобы подтвердить доверие избирателей. Но, с другой стороны, это риск быть в глазах избирателей всего лишь так называемым паровозом. Может быть оправдан, поскольку мэру нужно собрать команду, которая с его точки зрения была бы работоспособной. Поэтому вряд ли для Акбулатова решение возглавить список было простым. Вот что сказал об этом сегодня сам глава города. Партия «Единая Россия», которой я принадлежу и которая выдвигала меня на выборы главы города Красноярска, реально может предложить пути решения тех проблем, которые стоят сегодня перед городом Красноярском. Вместе с депутатами городского совета, где в первую очередь, с моей точки зрения, будут представлены депутаты от партии «Единая Россия», мы сможем решить эти проблемы.